Большое спасибо, значит, за донат Ревирус. Текст доната: хочу трек на зацен скинуть. Ну, там, здорово, хочу трек на зацен скинуть на запись. Спасибо за советы в звукорежиссуре, в натуре учел. Пожалуйста, ну, я типа... Надо понимать, все-таки не профессионал, а скорее вот типа... Со многих разных, скажем, позиций... Наблюдаю, и все. Могу что-то посоветовать, да. Ну, тут можно сразу сказать, как будто долговатое вступление. Типа такое. То есть это чуток минус к хитовости. Мне кажется, тоже вот опять утрированная вот эта вот штука с киком и снейром. То есть слишком. Знаешь, как скорее, типа, вот снейр слишком на переднем плане. То есть атакистый хороший, но за ним в итоге теряются гитары. А бочка с кик, то есть он... Мягковатая она какая-то. То есть она как бы... Вот у нее нет именно вот такого, короче, панча атаки. Видишь, она вот... Ты как бы вроде по громкости это норм. Вот здесь уже, да, здесь... Блин, вообще в целом хорошо. Типа чуть-чуть, прям чуть-чуть бы еще вот я бы сделал, короче. Ну, знаешь, как она щелкает где-то слишком высоко. То есть у нее вот есть какой-то такой очень... Слишком на высоких частотах, короче, она добавлена здесь. Так, и вот есть какой-то там не щелчок, а такой вот скорее какой-то вот... Не знаю, как описать его. На очень высоких частотах щелкает. Скорее где-то пониже надо, либо что. Можно прям, смотри, даже вот так сделать. Вот. Может, вот видишь, вот здесь где-то, да? Вот у нее вот это должно быть. И где-то типа... Ну... Надо вот найти ее, не знаю, где она даже лучше. Может, здесь... Понял, типа вот... Чтобы она именно не лязгала по верхам где-то, а скорее щелкала. Так, чуть-чуть прям. И каким-то, не знаю, каким-то лимитером где-то это сделать. Да. У баса какие-то... Чуть-чуть есть. Прикольный эффект есть. Кубейс сделал. Бас — запиченная гитара, а? Запиченная гитара — это вообще нормально звучит. Где-то в середине или в нижней, как мне кажется, середине. Это такое есть, оно. Если ты хотел такой, короче, звук, как рычащий, не знаю, он где-то 1500-3000 вот в этих частотах я бы поискал. Может быть, даже не на эквалайзере, на постобработке, а на там самом
импульсе, в силке, короче, этом виртуальном. Если он есть там, конечно. Я думаю, есть. Это мы немного вот... И вот, видишь, бочка аж верхами прям. Не слишком сильно, но вот в ней как бы нет щелчка, а когда вслушиваешься в верхние частоты, понимаешь, что там, ну, в верхние частоты бочки, то понимаешь, что там есть какие-то, скорее, более верхние, чем нужны. Но это я прям совсем, это вот, знаешь, типа, оно хорошо все звучит, я просто пытаюсь прям прикопаться вот к мелочам, да, типа, вот что вот еще до идеала довести. Вот. Так в целом прикольно. Ну, это инструментал, понятно. Типа, приятно слушается вполне. Блин. Похоже, как будто на, блин, как раз вот мы братья Гримм, да, вспоминали вчера. На их минусовки некоторые. Ресницы какие-нибудь, блин. Ну-ка, кусок. Видишь, здесь бочка очень аккуратная, но у нее есть вот эта атакистость, короче, нужно. Снейр тоже тут очень круто звучит. Вот типа того, да? При этом гитара, она больше, видишь, все равно на переднем плане. То есть, как бы, есть атака вот эта у барабанов, но... И они как бы достаточно хорошо слышны именно вот клик и снейр. Но гитара-то, она не в жопе при этом. Она на переднем плане, в общем-то, тоже. Вокал слышно хорошо, вот здесь теперь уже. Резко по газам. То есть вот тут вот все это нужно, типа, сделать. Здесь видишь как? То есть нужно и на маленькой громкости проверить. Вот на маленькой громкости сейчас вот слышно как раз вот, да, щелчок бочки, типа, ну не щелчок, а вот верхние частоты ее, типа, да, вот это вот. Гитара немного сзади. Допустим, здесь берешь, слушаешь на маленькой. Вокал слышно. Такой как бы низ больше у бочки слышно, и при этом то, что есть атака. Где там гитарная вот эта часть, да, в начале. Отчетливо слышно гитару, отчетливо слышно бочку со снейром. Даже кик здесь тоже такой мягковатый, он чуть-чуть даже потише как будто. Я люблю, чтобы они примерно были вот как, ну, то есть, хоп, так отвечали примерно в одной громкости, но просто в разных частотах. То есть, ну, может, странное сравнение, но типа вот типа, что-то есть все равно, да, похожее. Просто, ну, условность. Такой, типа, не очень тяжелый, как поп-рок микс, хз. Ну, такой, типа, понятно, здесь пэдовые инструменталы, это не то же самое, но, типа, просто вот условное сравнение такое. Вот что-то такое я бы вот посоветовал, наверное, здесь. Ну, опять же, надеюсь в тему советы, надеюсь, поможет. Мое почтение. Спасибо за донат. Едем дальше.